Блин, а где он? Леш, извините, а вы не подскажете, тут где-то ремонт ноутбуков должен был быть. Ой, я как раз туда иду, как раз не найти. Просто тут какой-то вот вроде какая-то Говорова или что-то, я не знаю. Ну, какой я адрес? Я посмотрела по карте, мне почему-то не найти. А вы тоже что-то ремонтировать сидите? Да, я Да? По-моему, в той стороне, пойдемте туда. Ну, если я не ошибаюсь. Как вас зовут? Вместе в школе идем. А? Я Маша. Маша. Очень приятно, я Дима. Так, а что у вас сломалось-то? Я просто как бы ремонтирую сам. Я просто хочу зайти, мне там деталь купить. А, у меня-то просто он сломался, я не знаю. Что-то такое, он у меня отключает, он у меня сразу выключается. Выключается? Да. Это блок питания. Да вот я не знаю. Я читал, конечно, в интернете, как это проблема говорят, что у нас не блок питания. Что лучше посоветуется с мастером. Ну вот, перед вами на самом деле мастер стоит, потому что я иду, у меня надо шлейф купить, просто ну это вот единственный ближайший магазин. Сдам, а... Так если у вас блок питания, то если он включается и выключается, то это обычный блок питания, вам надо его поменять и все. Ну там, наверное, скажут лучше. Где? Может еще что-нибудь в ремонте. Так я вам говорю, что это ремонт. Потому что я мастер по ремонту компьютера. Можем зайти домой. Я просто здесь живу. Я вам дам шлейф сейчас. Нет, прямо здесь поменяю. Да ладно тебе, черт. Ты чего? Нет, я по домам не знаю, я такие походы домой. Какие походы домой? Ну, ты рассказывай. Что? Почему походы домой? Нормальные походы. Я уж лучше отнесу с вами одну ремонт. Да давай я тебе сейчас быстро поменяю, да и все. У тебя стопудовый блок питания. Ты как нет, бы даже деньги не буду у тебя брать. Зачем я даже деньги что, не буду брать? Сделать? Конечно. Какой тебе ничего, просто с тобой пообщаюсь. А ты где работаешь, кстати? Я. Вот я тебе сейчас скажу, какой резон. Я работаю маркетологом в большой фирме. Вот. То есть ты занимаешься рекламой. Да, мне мой ноутбук очень нужен. Вот. Смотри, а мне нужна реклама моей фирмы, которая занимается. Давай, я тебе делаю. Я тебе делаю ноутбук, а ты мне делаешь рекламу. Мне кажется, что это мне неравноценное дело. Почему? Ну я же не прошу тебя там вешать баннер. Всего лишь заменить какой-то блок питания, а мне создать целую рекламу. Что создать? У меня есть реклама. У меня есть реклама. У меня уже готовая реклама есть, мне надо, чтобы ты ее разместила, отредактировала по-профессиональному и все. Так это обычный маркетинговый ход. Я тебе говорю, вот, дашь на дашь, как говорится. А вдруг ты мне не починишь? Почему не починю? Я же знаю, что там, я тебе не говорю, дашь, там